Силами сотрудников ФСБ по Ивановской области пресечена преступная деятельность группы лиц, пытавшейся поставить на территорию региона огнестрельное оружие. 19 августа двум ивановцам удалось сбыть 2 револьвера и 2 карабина. С продажи они выручили 200 тысяч рублей. Оба подозреваемых задержаны. В отношении их уже возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение оружия им грозит лишение свободы сроком до 6 лет.